Илья? Илья? Ага. А, привет, приятно, Николай. Николай. А откуда, с какого города? Крым, Крым. Севастополь. А, ты с России, получается? Да, да, а ты с какого? Я с Чингента. Ассаламу алейкум. На YouTube-та Кола деген блогер бар. Сол Коланың чат рулеткада отырып, біздің Шымкенттің тұрғыны Илья деген сепаратист бар. Қазақтарды люди второго сорта, негры деп атаған, ұлтаралық алауыздықты қоздырған Илья деген Қазақстан Республикасының азаматы, Шымкент қаласының тұрғыны екен. Құзырлы органдар, ішкі істер министрлігі өз назарына алып, Қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша ұлтаралық алауыздықты қоздыру бойынша қылмыстық іс қозғайды деген үміттеміз. Назар аударыңыздар, Ильяның түрін танып көріп алыңыздар. В России, конечно, лучше доллар гораздо. Да. Гораздо лучше. Да слышишь, может скоро приедет русский мир в Казахстан. Может, все будет нормально. Я не думаю, Казахстан — это буферная зона между Россией и Китаем. И что ты думаешь? Всех все устраивает? Ну, конечно, там наверху. А людей, ну, тебя устраивает? Ты хотел бы, чтобы русский мир пришел в Казахстан? Ну, как раньше было. Я еще застал те времена, когда казахи были людьми второго сорта. Второго сорта людьми били? Да, их не считали за людьми многие. Ага. Их могли просто побить, да? Просто так, да? Просто так побить русские могли? Да. А за что? А за просто так? Просто так. Понял. А почему так это происходило? Ну так, они были как негры, да, в Штатах. Я в шоке. Ну это слышишь, это каким-то расизмом походит. Или это нормально? Да это нормально, они здоровались. Это нормально? Да конечно нормально. Пиздить казах — это нормально. Так было. Да, они к этому привыкли. Ну вот сейчас обратная сторона медали. А, слышишь, ты казахский знаешь? Да. Да. Идеально? Или так, на уровне общения? Ну, разговорный. Разговорный, ну, хотя бы.